Сегодня ровно 3 года с момента убийства Бориса Немцова. Вот по пути к Немцову мосту на Васильевском спуске стоит целая вереница автобусов с полицией, с ОМОНом. Они боятся даже мертвого Бориса Немцова, подготовились. И дорогу со стороны моста огородили заборами. Сегодня приезжал из ВИПов. Я видел, Касьянов был. А кто еще из таких известных персон? Явлинский, Касьянов. Приходил Гудков. Гудков Геннадий. Владимир Рыжков. Дмитрий приходил. Все приходили. Ксения Анатольевна приходила. Да. Американское посольство, скажите, Гриш. Из посольств, да, обычно. Австралийское посольство приходило. Литовское посольство, шведское. Только я видел. Английское, американское... Британия, там Австралия, это посольство. От нашей мэрии не было ничего.